посмотрите. То есть я делаю, например, нырок, но удар идет прямо. Он не идет как хук вниз. Движение идет прямо. То есть если я отсюда ухожу, движение идет прямо. Только в этом случае есть возможность не повредить себе руку. Если же я вот так буду мазать, да, таким вот движением, есть шанс повредить себе кисть. Естественно, я такие вещи могу делать только аккуратно, потому что фактически если рука не контролируется, потому что я ныряю. Если идет задней рукой, идет нырок, и одновременно, только когда я уже делаю нырок, я сразу уношу удар. То есть в этот же момент сразу идет. То есть я уже не вижу, я бью как бы примерно, где голова находится. Видите? Удар очень эффективный.